Добрый вечер, 20 часов и 4 минуты в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Я Евгений Альбац, и как всегда в понедельник я начинаю программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. В последние дни Отечество жило предвосхищениями от грядущей речи Путина на Генеральной Ассамблее, на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вчера нас наставлял главный пропагандист Отечества Дмитрий Киселев, который говорил о том, что мир, то есть не только мы, а мир ждет послания Путина миру. Сегодня «Россия-24» установила просто таймер, вела отсчет времени до начала открытия 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Когда самолет российского президента как-то стал задерживаться, в смысле Генеральная Ассамблея уже началась в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах, а самолет президента России еще не сел, то все как-то стали волноваться. Но, слава богу, ровно в тот момент, или примерно в тот момент, когда президент США Барак Обама начал произносить свою речь, тут Путин трапил своего самолета. Назывались разное время, когда будет выступать Путин. Мне довольно трудно понять, на самом деле он опоздал, как кто-то писал, или не опоздал. Но, во всяком случае, в 19.03, сразу после речи короля Иордании, который назвал проблему исламского государства Третьей мировой войной, после этого выступил президент Владимир Путин. Барак Обама, как я уже сказала, выступил до того. И подводя или заканчивая свое короткое вступление в передачу, могу сказать, что мне показалось, что сегодняшний день 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ознаменовался речами двух обиженных президентов. Ну, а теперь, так я понимаю, сейчас или где-то близко к тому должна начаться встреча Владимира Путина с Бараком Обамой, так, Грегори? Еще часа через 4. Серьезно? Да, вот вечером по Нью-Йорку. Это вы уже услышали одного из гостей, Грегори Уайт, редактора московского бюро агентства Bloomberg News. Грегори, спасибо, что вы с нами. Спасибо. Здесь в студии «Эхо Москвы» ученый-востоковед, заслуженный деятель науки Российской Федерации Георгий Ильич Мирский. Здравствуйте, Георгий Ильич. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. И здесь еще политолог Глеб Олегович Павловский. Здравствуйте, Глеб Олегович. Я очень надеюсь, что вы все слушали и речь российского президента, и речь, возможно, американского президента. Поскольку первым выступил американский президент, то, Грегори, хочу спросить вас. Большая часть речи американского президента была посвящена неназванному, значит, большой стране, которая становится агрессором. Это, так им надо понимать, была Россия, да? Я правильно угадала? Ну, похоже, да. Похоже, да. Так, да. А дальше была такая пространная лекция о пользе демократии. Вот для тех, кто за, как бы, так сказать, за идеи демократии, он не сказал ничего нового. А те, кто, в общем, как-то не очень любит там демократию, как некоторое количество королей и президентов латиноамериканских стран, а также африканских и так далее, сидевших перед ним в зале Генеральной Ассамблеи ООН, вряд ли он их убедил в том, что им надо взять и отказаться от власти ради того, чтобы обеспечить сменяемость власти. Грегори, вот вам как кажется, почему Барак Обама свою последнюю речь в ООН, так я понимаю, в роли президента Соединенных Штатов, предполагаем, может быть, он еще будет выступать, но, тем не менее, это последний, срок президента Обамы, и скоро в Соединенных Штатах, там, через год будет другой президент, правильно? Сейчас у нас что? Да? Да? Через полтора года. Что вдруг он решил преподать такой вот, прочесть лекцию о демократии? Ну, мне кажется, что основная аудитория для таких речей, она не в этом, в зале заседания, а как раз вот
телевизионная аудитория и внутриполитическая аудитория соответственных стран. Так что для Обамы это тоже его этот последний возможность выступить про и рассказать ценности. Англосаксам, ну, про да, ценности про демократии. Ценности, да, и предвосхищать выступления следующих ораторов, которые будут о других ценностях говорить, потому что тоже вот и Путин говорил об общих ценностях, хотя, видимо, это не те ценности, о которых говорил Обама. Поэтому это, мне кажется, тоже в американской избирательной кампании надо понимать, что на такую мировую публику какой-то там новый поворот в политике. Да, вот какие-то были... И мне даже любопытно, а почему, собственно, у нас были такие ожидания по поводу этой 70-й сессии Генассамблеи ООН? Потому что вот там, ну, то, что мне удалось прослушать, целый ряд речей, я просто говорила себе, господи, где же наш замечательный звукорежиссер Светлана Ростовцева, которая могла бы сейчас нажать кнопочку и их просто выключить, Света. Но Света сидела и продолжает сидеть за пультом «Эхо Москвы», поэтому в ООН совершенно не было никакой нормальной регуляции. Итак, все-таки у нас было колоссальное количество каких-то, вот я не знаю, ожиданий, или то ли разогрев здесь, в Отечестве нашем бесконечно свободном, был такой большой. Вот, Глеб Олегович, как вы полагаете, почему был такой ажиотаж по поводу речи Путина, Путин туда летит, ай, Путин опаздывает? А что ждали, что они друг другу с Обамой морду, что ли, набьют в зале заседания Генеральной Ассамблеи, или чего будет? Ну, это сезонный ажиотаж, он начало сезона... В смысле, осень, заболевание? У нас всегда вызывает... какое-то возбуждение, смешанное с раздражением, потому что ведь вдруг оказывается, что все, что было полгода назад, вот лето прошло, ничего, и все в голове как-то переставилось. Ведь если посмотреть, сильно меняется тематика, вот даже если взять май-июнь и сегодня. И поэтому люди ждут чудес, как правило, неприятных. Ну, сказать, ну, власть старается как бы убедить в обратном, потому что это приятные чудеса. Ведь ничего особенного не было. Собственно, речь в пределах того, так же, как Обама рассказал о демократии, значит, сказать, для своих, Путин рассказал о России, да, для своих так же. Такой вообще обиженный мальчик стоял на трибуне. Вот, они взаимно обижали Путина. Обама ведь явно хотел обидеть, когда говорил про, значит, то, что вот санкции привели к таким-то последствиям, к выезду образованных людей из страны. Он мог бы этого и не говорить, да, это, значит, это обидно, безусловно. А, значит, ну, ему в ответ была такая тоже идеологизированная, но ведь не крайне жестко идеологизированная речь. Путин умеет и пожестче, на самом деле. А, и в итоге... Интересный вопрос, а кто, где тут практическая сторона, вот у тех, кто слушает это, к чему они могут как бы присоединиться, поучаствовать и так далее. Все-таки путинская речь, она была в этом смысле прагматичнее. В этом смысле. Она не отражала прагматизм, как у нас любит говорить наш МИД, а просто она была прагматичнее с той точки зрения, что Россия использует, у нее окно, за окном коридор, и она движется по этому коридору, это всегда создает в современном мире хаотическом возможность других подключаться, играть за, против, как на финансовых рынках. То есть возникает интерес к политическим и риторическим инвестициям. Вот, поэтому я думаю, что Путин даже не использовал полностью, может быть, сознательно вот этого своего запала триумфализма, который в нем, несомненно, есть. А некоторые, и он не мог удержаться, конечно, от того, чтобы не высказать ФС, значит, сказать, вмешательство. Дело в том, что вот откуда берется вот это желание рассказать, рассказать другим, как ты прав, оно, конечно, от какой-то крайней уверенности в тождественности себя, объективной реальности. Вот просто, когда ты чувствуешь, что
истина в тебе, что ты носитель страны, ее ценностей и всего вообще, то тогда возникает желание говорить просто от лица самой истины и перечислять, указывать, значит, несовпадение всем другим, учительски указывать, где они нарушают правила синтаксиса, орфографии и так далее. Вот это учительское было очень слышно в речи Путина. Довольно странно, потому что, в конце концов, у него реально политически удобная ситуация. Можно двигаться, можно действовать. И, в общем, его никто не может остановить. А он из-за этого, значит, припирается с, в общем, непонятным на самом деле, непонятно с кем. Я тоже не ожидала как-то, что это будет там мюнхенская речь или наоборот какая-то антитеза мюнхенской речи. Я думаю, а вдруг Путин бы сказал, ну все, ребята, хватит, мы тут побазарили, посидели в разных углах, давайте как-то вот находить здесь, на площадке 70-й сессии, вспомним Ялту, сядем рядом, вот обнимемся, расцелуемся и скажем, что мир — это наш общий дом. У меня вопрос к вам, Георгий Ильич Мирский. Тем не менее, Путин предложил СМИ саундбайт, который сейчас все цитируют, а именно «так и хочется спросить». Чего вы натворили? Это такой риторический вопрос был, а может и не риторический, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, где он говорил о том, что посмотрите, вот вторглись в Ирак, и что получилось, там теперь у нас ИГИЛ, вторглись в Ливию, там вообще никакого государства нет, сплошная хаос и так далее, помогали, значит, оппозиции против Асада, в результате, и Путин впрямую почти сказал, что Запад создал исламское государство, или, как говорит Дмитрий Киселев, варварский халифат. Скажите, вот, Георгий Ильич, вы очень это ваша профессия, Ближний Восток. В какой степени вам кажется, Путин прав, когда обвиняет Запад в том, что они черти что натворили, и теперь в результате возникла новая проблема под названием исламское государство? Ну, Путин, конечно, во многом прав. Не в том, что когда он говорит, что вот, или намекает, что они создали ИГИЛ. ИГИЛ, как я всегда говорю, это часть Аль-Каиды. Аль-Каида в свое время была создана, когда наши войска вошли в Афганистан. Так что вся эта цепочка тянется от товарища Брежнева, Андропова и так далее. Так что дело не в этом. Они, конечно, не создали это. Они когда-то помогали 30 лет назад Аль-Каиде. Это давно, давние дела. Нет, сейчас не, это главный он враг. Он впрямую говорит, Путин впрямую сказал, я говорю, это что неверно. Финансировали, что да, Запад, да, и прежде всего Соединенные Штаты, Грегори, это к вам, финансировали оппозицию Асаду. Асад – единственная легитимная, так сказать, сила в Сирии. И в результате обучали бойцов, давали технику, в результате они потом уходили в ИГИЛ. Но это сознательно путаются разные вещи. Видите, ведь что такое сейчас? Сейчас в Сирии, вот я сразу скажу, кратко, 5 сил, грубо говоря, воюют. Это правительственная армия, раз. Это умеренная оппозиция. Это ИГИЛ, 3. Гитажи. Вот, понимаете? Так вот, большинство наших людей, а все-таки в основном-то речь Путина обращена к нашим людям, в основном. Всегда, когда говорит глава государства, он думает не о том, что напишут и что подумают где-то в Америке или в Австралии. Здесь что? Всегда. И Обама думает о своих, и Путин думает о своих. Да ладно, неужели вы думаете, Путина волнует, нет, что нет, здесь нет, думает? Нет, волнует, конечно, волнует. Так вот, большинство наших людей не понимает, что происходит в Сирии, считает, что тут есть линия фронта. С одной стороны Башар Асад, с другой стороны ИГИЛ. На самом деле все это совсем не так, и они друг с другом воюют очень мало, и в основном Башар Асад воюет с умеренной оппозицией. Георгий, давайте мы не будем уходить. Подождите. Я не хочу, чтобы мы развернули передачу. Я понимаю, что это то, что вас интересует больше всего, но тем не менее. Вот, значит, вы тоже считаете, что Запад виноват в том хаосе, который сейчас существует в странах Магриба и вообще Ближнего Востока? Я это не сказал. Я сказал, что Путин не прав, когда он говорит или намекает, или дает понять, что, по его мнению, ИГИЛ создан Западом. Это неверно.
Но когда он говорит, что в результате западной политики получилось черти что в Ираке, в Ливии, тут он, ну, прав. В Северной Каролине зашел в магазин,